Станиславский называл его так: «Как стать другим, оставаясь самим собой». Ой, мам, cheguei. Tamo на Praça Vermelha. Возвращаюсь раз под вечер. Этот фильм мы снимали 3 года назад, зимой, когда приехал Чарли в Москву и попросил помочь в съемках этого фильма. Этот фильм основан на реальной истории. 2 актрисы, Марта и Мануэла, приезжали в Москву, учились здесь в школе драматического мастерства. Потом они вернулись в Бразилию, и одна из них вела очень популярный блог по результатам этой поездки. И Чарли решил сделать фильм, и этих же девушек вернул в Москву, и они еще раз пережили те приключения, которые с ними были в Москве первый раз. Путешествие в Москву практически стало путешествием к самим себе. Баранга, мор, Марта. Que баранга? Olha pra ela aqui. Eu já conheci a Marta de vista, mas foi ali que a gente ficou amiga mesmo, fazendo teatro. Фильм был очень тепло принят в кинотеатрах в Бразилии, и зрители действительно с большим удовольствием и большим откликом. Фильм был в прокате в течение 10 недель. И очень интересно, на самом деле, как этот фильм будет воспринят здесь, и очень хочется знать ваше впечатление по итогу. Приятного просмотра. Спасибо. Você quer ser sempre o centro das atenções. Eu quero. Você é uma puta amiga egoísta. Vocês ficam competindo entre vocês? Eu acho que eu sou atriz porque eu quero ser amada. Se eu pudesse pegar essa nave aqui para qualquer lugar do mundo agora, pronto seria.